Ты не ешь мясо, все. Лично я не причастен к убийству. И все. Да. Но то же количество мяса убивается. То же количество животных. Тоже. Ой, блин. Ну потому что, баран. Вот что здесь правда, что здесь правда. Ты не причастен. И я не причастен, он не причастен. Мы едим, что ты сделал. Не махай руками. Что ты сделал? Я угораю. Окей, тогда, блядь. Такая жестикуляция тебя как конкретно. Ну потому что барана в хуйню не сделал. Хелфак отвечает на гибрисе в сине. Подожди, на него всем похуй, о нем вообще не подозревает, блядь, около 6 миллиардов человек, а то и больше. У него сколько? У него знакомых людей 500 человек, все, кто о нем знает. Да? 6 миллиардов 800 миллионов, блядь, хуям человек, о нем даже не знают. Так каким образом они будут сидеть и думать, вот, блядь, плевёт на решёв в магазине и не плевёт, блядь. Убивай там свинью лишнюю, не убивай. Да не задумывайся об этом, вот просто, понимаешь, их ебашут, отдают мясо, то мясо, что пропадает, выкидывают. Но от того, что ты перестал болеть, не меняется количество убитых свиней. Ну не меняется, ну барана, ну блядь. Понимаешь, о том, что ты стал вегетарианцем, никто не подозревает. Противно, но от этого ничего не меняется. Ни количество убитых животных, ни количество испорченного мяса. Если ты не съел его, выкинули нам. Или скотины собаки, баранов. Гляди, какая хуйня. Собаки скотины убили. То есть ты не съел, выкинули коту. Как эта бабка пропала вся мясо, купила коту, но все равно ничего не изменилось. Его кот, сука, мразь съел. Он не убил птичку, он съел мясо, которое не дала бабка. И все такое. Прыгнуть и сука. Понял? Показали. Видишь, как у меня животные есть? Кстати, свиньи едят свиньи. Испорченное мясо, испорченное мясо, могут скормить свиньи. То есть нихуя не меняется. Не съел ты, съел кот, собака, свинья или какая-нибудь, блядь, птица. Я тебя убедил.
То есть смысла нет никакого в том, что ты их отряд. Единственный смысл просто тебе такой, ну типа, хорошо ты себе придумал, да? Ты не начинаешь, ты не начинаешь, блядь, но в мире от этого вообще не проявляется. Даже вот на таком письме, на маме. Согласен ты? Не съел ты, оно пропало, в любом случае его отдали как бы. Либо кинули землю с ней вечером. Да никто не станет производить меньше мяса. У них нет какого-то определенного количества, блядь, тонн мяса, которое они должны отправить туда. И если, блядь, же у нас не купили маленькую...